Привет! Мы находимся на обводном шоссе Тольятти. За моей спиной вы видите чадящие трубы предприятий химической промышленности, промузла Тольятти. Мы специально приехали в это место в пасмурную погоду, чтобы показать контраст с жарой. Потому что именно в аномальную жару прошлым летом горожане отчетливо ощущали запахи, вонь, влияние выбросов на свое здоровье. Было, как всегда, много звонков на линию единой диспетчерской службы, в Роспотребнадзор. Горожане обращались в природоохранную прокуратуру, но какой-то определенности с выбросами, с запахами нет до сих пор. Проблема запахов, проблема выбросов стала актуальной в новейшей истории Тольятти с 2017 года. Многие горожане помнят видео чадящего факела, факельной группы, простите за тавтологию, компании «Сибур», тогда она называлась так, сейчас это Тольятти Каучук, Татнефть. Это видео разлетелось в августе 2018 года по социальным сетям Тольятти мгновенно. С тех пор в городе проводились достаточное количество мероприятий, круглых столов, брифингов с участием администрации, с участием общественников, с участием представителей химпредприятий. В городе проходили митинги, так называемый экопротест, на волне которого в городскую думу избрались некоторые политики. Но кардинально, повторюсь, ситуацию в Тольятти это не поменяло. Да, в городе появилась передвижная эколаборатория. Да, мы стали чаще получать релизы, предупреждения о неблагоприятных метеорологических условиях. Да, мы теперь знаем о том, что иногда в городе бывает превышение ПДК по, в частности, аммиаку и другим вредным веществам. Но как-то кардинально ситуации с выбросами, ситуацию с запахом это не поменяло. В этой ситуации не совсем понятно, что же делать горожанам, что делать гражданскому обществу. Ну, кроме того, что надо сообщать о фактах нарушения экологии, об этом надо сообщать, надо звонить и на линию ЕДДС, и в Роспотребнадзор, обращаться в природоохранную прокуратуру. Ну, потому что кроме горожан это никому не надо. Так оно и есть. А что можно сделать еще? И вот сегодня хочется рассказать о проекте, который начал реализовываться в городе с начала этого года. Проект называется «Чистый воздух, чистый Тольятти». Здесь надо сделать маленькое отступление. Публичные сети с открытыми данными по состоянию атмосферы на самом деле не так уж распространены в мире. Из успешных можно выделить сеть в Китае, где сигнализатор пыли стали устанавливать даже в автомобиль. В Европе, в частности, в немецком Штутгарте. В России на основе таких датчиков построена публичная сеть в Челябинске, ERCMS. Насчитывает она около 200 датчиков и является серьезным подспорьем общественного движения «Челябинск-Дыши». Кстати, в Тольятти несколько лет успешно работает экодвижение «Тольятти-Дыши». Так вот, эти простенькие датчики могут определять концентрацию частицы, обозначаемых как PM10, PM2,5 и PM0,1 по их размеру в микрометрах. Эти частицы, а по сути пыль, представляют большую опасность для здоровья человека, вызывая астму, рак легких, всевозможные респираторные и сердечно-сосудистые заболевания, врожденные дефекты у новорожденных и даже преждевременную смерть. По информации Всемирной организации здравоохранения, в 2016 году около 4,2 миллиона смертей было вызвано влиянием частиц PM2,5. Кроме промышленности, значительным источником мелкой и крупной дисперсных частиц является автотранспорт, в частности автопокрышки. Огромной проблемой является то, что частицы эти не улавливаются какими-то устройствами, и единственной возможностью уберечься от них является отсутствие сквозняка.
и планирование прогулок. А чтобы знать, когда лучше выходить на воздух, и нужны сигнализаторы, показывающие концентрацию пыли. Кроме наличия мелкодисперсных частиц, эти приборы также показывают влажность, температуру воздуха и направление ветра. О возможностях датчика рассказывает наставник в Анториум 63 Жигулевской долины Павел Сосулин. Датчик контроля мелкодисперсных частиц стоит из трех компонентов. Первый компонент – это сам сенсор SDS-011, который при помощи лазерного дальномера регистрирует частицы уровня 2,5-10 микрометров. Соответственно, мозгом и управляющей системой данного устройства является плата NodeMCU, выглядит вот таким вот образом, либо может служить плата Arduino, но NodeMCU используют для того, чтобы минимизировать размер этого устройства, то есть сделать ее более компактным. Здесь расположена управляющая программа, которая отвечает за сбор и передачу данных. И к этой же плате подключается датчик температуры влажности. В данном случае это датчик DHT22, который регистрирует уровни температуры и влажности, соответственно, воздуха. То есть если устройство находится внутри помещения, он будет показывать комнатную температуру и комнатную влажность. Если устройство расположено снаружи, он показывает, соответственно, влажность окружающего воздуха и его температуру. То есть данное устройство также служит для накопления данных по погоде, то есть по температуре и влажности, то есть служит как метеостанция. То есть само устройство помещается вот в такую вот монтажную коробку, то есть ее можно приобрести, соответственно, в магазинах для строителей, и это все устройство помещается, соответственно, внутрь этой коробки. Соответственно, закрывается крышкой. У этой монтажной коробки есть втулки, то есть где нужно, чтобы был приток воздуха, убирается втулка здесь. И чтобы подходило питание, убирается втулка внизу. То есть и устройство размещается как внешний термометр наподобие, то есть за оконной рамой. Вот, и работать оно должно постоянно, круглосуточно, то есть оно должно питаться, соответственно, от розетки домашней сети. Вот. И показания, которые устройство собирает и передает, можно наблюдать на интерактивной карте. То есть само устройство отображается в виде точки по заданным координатам GPS. И на интерактивной карте можно на него навестись и посмотреть, как и текущие показания в реальном времени, интервал которых составляет 2 либо 1 минуту, так и историю показаний за определенный период времени. Датчик меряет уровни PM2,5 и PM10. То есть это частицы диаметром 2,5 микрометра и 10 микрометров. Вот. Частицы диаметром 10 микрометров они отталкиваются мембраной легких, а вот частицы 2,5 микрометра диаметром они способны проникать через мембрану легких и накапливаться в них, также влиять на сердечно-сосудистую деятельность. Отказаться от контакта с этими частицами мы не можем, потому что они присутствуют в природе, то есть это эрозия почвы,
например, либо в городской среде это трение покрышек об асфальт и эрозия самого асфальта. Вот. Единственное, что мы можем сделать, это минимизировать их количество. Вот. И с этой целью данный проект был запущен. Датчик контроля мелкодисперсных частиц можно устанавливать на высоту 9-этажного дома, то есть что вполне возможно для городских жителей городских квартир. Отметим, что с 2017 года компания Aerolab Rus предпринимала попытки создания сети мониторинга атмосферы на базе датчиков Libilium. Эти приборы хорошо известны в Европе, в частности в Испании, Голландии, где на их основе созданы экосистемы небольших городов. Датчики дают возможность измерения концентрации вредных газов, контроль наличия в воздухе загрязняющих частиц, измерение уровня освещения и даже уровня шума, вызванного автомобильным движением, работой промышленных предприятий и строительных объектов. Камнем преткновения для проектов на основе с Libilium в Тольятти стала дороговизна прибора. Один датчик стоит в пределах 300 тысяч рублей. Безуспешно также закончились попытки создать сеть на основе тех же китайских датчиков в 2018 году. Тогда этот процесс был слишком политизирован, и дальше скандальной покупки двух датчиков не ушел. И вот в начале 2021 года на экологическом брифинге в администрации Тольятти было объявлено о новом этапе развития публичной сети в городе. Бизнесмен и политик Денис Волков, директор группы компании «Ковоз», стал драйвером проекта и обещал помочь приобретении и установке 20 датчиков. Старые, больше 40 лет, сейчас будем утверждать систему контроля. Вот буквально сегодня я был у министра Ларионова Александра Ивановича. Я ухожу с поправкой на следующий год предусмотреть порядка 30 миллионов модернизацию системы стандартных постов. Вы знаете, только в Тольятти надо 2. Из современных постов у нас один только в Болгарии был поставлен в прошлом году. Надеюсь, здесь мы еще вопросы решим. Но у меня есть несколько предложений, которые, я думаю, вы тоже одобрите. Все-таки мы должны переходить к общественной системе мониторинга нашего атмосферного воздуха. И вы знаете, что у нас есть компания «Жигулевская долина», которая «Aerolab Rus», которая занимается как раз программированием, да, созданием систем таких. Она уже несколько таких датчиков поставила. Я с Иваном Петровым сегодня будет вам рассказывать про это. Но чтобы активно ее развивать, соответственно, датчиков недостаточно. Я со своей стороны, вот надо такую базовую, как минимум 20 датчиков должно стоять в Тольятти. С своей стороны я принял решение, что я приобрету эти 20 датчиков, и давайте вместе с общественностью решим, где их поставить. Давайте ваше предложение. Это компания, которая резервная Жигулевская долина, будет реализовывать как раз ту и выносить информацию. У них уже есть сайты, более подробно они расскажут. Давайте параллельно эти вещи делать, чтобы наше население видело, что у нас здесь происходит. Это первое предложение. Второе предложение. Я уже не первый год выхожу с инициативой по экологическому стандарту региональному. Что это такое? Это добровольно, когда предприятия участвуют, берут на себя определенные обязательства. По тому, по снижению выбросов, по модернизации своих систем. С некоторым предприятием Тольятти я уже проговорил. Я думаю, в ближайшее время на базе областной думы соберемся и поговорим о том, чтобы эти предприятия включать в этот процесс. Мы увидим, кто только будет отказываться, значит, те предприятия не хотят модернизироваться, уменьшать количество выбросов. На сегодняшний день, чтобы попасть в федеральную программу «Чистый воздух», надо иметь комплексное заключение по всей Самарской области. У нас воздух не соответствует. Там есть определенные нормативы. По этим нормативам сегодня это исследование проведено, мы их не имеем. Но сейчас информация есть, что будет расширяться перечень городов, которые будут более требовательны. Мы над этим вопросом работаем. Я буквально сегодня с Ларионом этот вопрос обсуждал. Как только у нас изменится требование, мы будем стараться, чтобы включить всю Самарскую область. Чем хорошо попасть в эту программу? Мы тогда за счет федеральных средств можем модернизировать всю систему стационарных постов. Я подчеркиваю, у нас основная проблема в этом. И мы здесь не можем заменить датчики, которые мы хотим установить с вами как общественного мониторинга. То есть вот те стационарные посты должны стоять рядом с крупными предприятиями. Где мы уже, где в онлайн-режиме круглосуточно будем видеть, какие выбросы есть в автоматическом режиме, и можно определить предупреждение нескольких дней, в зависимости от ветров, да, какие предприятия, например, у нас аммиаковые
обнаружили цифрокартинины. Он на многих предприятиях есть, просто в разных концентрациях. Поэтому, когда мы его ловим, мы не понимаем, какое из этих предприятий на сегодняшний момент. А чтобы зайти на предприятие первой-второй категории, надо же не прокуратный уровень. И туда мы зайдем в Роспреднадзор, который приезжает в специализированную лабораторию, ссылайте, да, в Роспреднадзоре, который расписан на 2-3 недели вперед. Реально, по щелчку завтра не приедет. Вот Сергей Старухов, понимает, даже он своими возможностями всегда может привлечь. Да, какая, вот, ну, то есть мы реально этим сталкиваемся, это проблема. Да? На областном уровне мы добились модернизации. Нам надо как минимум 2 новых стандарта поста поставить 21 квартала. И да, у нас, по-моему, второй день у нас пост на Льва Толстого. Да, по-моему? Да, который новый, да, ближе к предприятию. И модернизировать действующие. Это тогда даст Росгидромет достаточно полную картину. Лаборатория нам передвижная нужна для того, чтобы выявление каких-то оперативных мероприятий. А чтобы их найти, нам нужны вот эти общественные контрольные датчики, которые мы должны совместно Айлаб, да, начать ставить. Я почему говорю, что это комплексный вопрос, нельзя решить вот так, щелчку сразу. Установка датчиков началась в феврале. И к весне было установлено уже 17 штук. Одновременно разрабатывался экологический стандарт региона, в котором чистый воздух также нашел свое место. Тольяттинский проект можно масштабировать по населенным пунктам Самарской области. Мы в активную фазу проекта вошли в начале февраля, по сути. Мы поставили первые датчики на карте. Теперь у нас стабильных источников на карте нашего города около 10 штук. Сейчас мы за сегодня поставим еще 7. И до конца февраля мы точно будем иметь 2 десятка, может быть, даже чуть больше источников данных. И с этого момента наш проект, ну, можно считать переходящим на следующую фазу. Мы дорабатываем технологическую, программную составляющую и будем готовы опубликовать ссылку, чтобы любой желающий мог это посмотреть. Сейчас мы скриншоты делаем периодически, но пока на стадии анализа материалов и отработки программного кода. Сейчас я буквально вот в течение ближайшего времени еду на общение с ТОСами Заводского района, и мы рассчитываем получить от них разрешение смонтировать еще какое-то количество датчиков уже внутри Автозаводского района, и поэтому мы надеемся прямо в ближайшей же перспективе получить еще, может быть, десяток точек в нашем городе. И, в принципе, это будет уже мощный старт. У нас будет ядро системы, система будет функционировать в масштабе города. Пока еще точек не так много, как нам хотелось бы, но теперь уже с этим можно работать, и можно, глядя на эту систему, предлагать любому другому желающему поставить свою точку. На нашей карте сейчас есть точка, которую добавили ребята из Кванториума. То есть мы уже детям предоставили материалы, и они смогли по нашим инструкциям подключить оборудование и ввести их на нашу карту. И в ближайшее время появится еще несколько таких же детских источников данных, которые ребята из Кванториума сделали. То есть у нас уже на данный момент будет три категории тех людей, которые отправляют данные на нашу карту. И в дальнейшем самый большой скачок в развитии мы рассчитываем получить, когда, в принципе, любой желающий в городе сможет поставить такой датчик себе и кушать на карту. Сейчас мы получили, по сути, от официальных властей нейтральную реакцию. Если раньше они всегда в один голос были против любого непрофессионального участия в этой истории, то сейчас они согласны посмотреть, что у нас получится. А с научной точки зрения мы получили интерес от мобильной лаборатории, которая у нас в Тольятти ездит и управляется Тольяттинским государственным университетом. И плюс нашим главным научным участником проекта является университет ИТМО Санкт-Петербургский, который также принимает участие в обработке данных, в проектировании системы, в анализе полученного материала. И это даст нам основание в дальнейшем уже развивать систему и договариваться с органами, с государственными официальными органами на какое-то конструктивное участие.
Сейчас я прописываю GPS-координаты в датчик и настраиваю Wi-Fi. То есть для того, чтобы он с интернетом имел связь, ему нужен Wi-Fi. Вот, собственно, этим и занимаюсь. Это делается после каждой установки датчика? Конечно, да. После каждой. Весь программный код, который мы используем для создания системы, выложен в открытом доступе на платформе GitHub. Любой человек с навыками программирования, который хоть немного в этом разбирается, может самостоятельно провести, так сказать, независимый аудит этого кода и убедиться, есть там эти закладки или нет, можем ли мы как-то воздействовать на получаемые данные, или они попадают на карту в неизменном первозданном виде. Скажите, пожалуйста, в сроках вот как-то выглядят экологические стандарты? Завтра мы подписываем соглашение с предприятием, послезавтра мы меряем воздух, послезавтра выезжаем на Волгу, то есть есть какая-то вот такая? Смотрите, давайте так, для начала мы должны создать саму конструкцию, да, чтобы она была, да, там есть рамочка. Что мы хотим видеть в этом экологическом стандарте? Я планирую, что к лету мы его хотя бы обсудим, касающийся воздуха. После этого, как мы рамочно создали, мы потом предложим предприятию в нем участвовать, и будет соглашение между предприятием и областью, где будут для предприятия будет прописаны какие-то критерии определенные, да, которые бы они готовы в течение такого-то времени что-то сделать, уменьшая количество выбросов и так далее. То есть это касается выбросов. Да. Дальше мы начинаем с осени там, разрабатывать следующие, там, касающиеся озеленения, например, да, территории. Там, возможно, будем уходить с предприятием и с городам и говорить о том, что вот вы готовы в течение 5 лет там, увеличить озеленение. У нас же, смотрите, проблема там, что даже ни в Тольятти, ни в Самаре нет программы озеленения. Вообще совершенно нет. У нас нет нормальной программы по восстановлению лесов. Даже на уровне области. То есть мы получаем определенные средства федерального восстановления лесов, но вот каждый год количество лесов у нас не увеличивается. Вот на то количество, на содержание текущее. А у нас все-таки мы живем в области, где у нас всего меньше 20, там, процентов 17-18 лесов, это очень мало. То есть у нас лесостепь. Если берем Ульяновск, где там по 60-70%, это же тоже влияет на наше с вами здоровье. Понимает, да, что все равно мы живем в промышленном регионе, где много предприятий, мы от этого никуда не денемся. Каждое предприятие все равно даже в рамках своих нормативов все равно будет выбрасывать вредные вещества. Вопрос второй, как мы будем с этим, какими путями будем это решать. А со стороны области партнер, контролер, вот кто будет подписывать соглашение с предприятиями? Это правительство? Ну, или... вообще, мое понимание должно правительство. То есть, ну, это опять же, вот, будем в этом региональном проекте прописывать в том формате. То есть однозначно должно быть соглашение. Может быть, это будет соглашение между городами. Да, потому что все равно, то есть это все-таки ближе, и предприятия, понимаем, что все крупные предприятия, они федерального надзора, да, мы даже на них зайти проверить не можем. Ну, в любом случае, я считаю, что в рамках открытости и общения с населением мы должны это показывать, чтобы у нас не было, чтобы мы что-то понимали, как жители, да, что творится и что мы хотим достичь. Но это вот как бы так, ну, в общих чертах. То, чтобы была общая вовлеченность, о чем договорились изначально, потому что если это будет опять сказать, те же самые три штуки, да, сейчас ничего не изменится, должна быть общая вовлеченность, и тогда что-то мы сможем применить. Кроме общей вовлеченности, должна быть его выполненность. Невыполнение бесполезно разрабатывать и подписывать. И в качестве подписантов ну, должны быть многие предприятия, иначе толку не будет. И мне, как Андрей Витальевич, неоднократно говорил, там вода должна быть и все прочее, как бы транспортные вещи, озеленение совершенно верно. И каждый житель должен понимать, что экологический стандарт коснется его тоже, поскольку если это там транспортные дела, то это качество бензина, это качество их автомобилей, проверки на топливо и прочие дела. Сейчас есть уже инструменты в законодательстве Российской Федерации, даже на стандарте, которые позволяют эти вещи делать, в том числе запрещение заезда на определенные территории там, ниже, автомобилей ниже определенного класса. Разрабатываются дорожные каркасы, как называемые, для того, чтобы снизить нагрузку этого вида выбросов, которые являются все-таки сейчас основным. Такие вещи сделаны в Москве, в Питере, в Краснодаре, в Красноярске. И если такие
абсолютно темно. К сожалению, у нас в городе почти половина сейчас в течение года. Это очень большая нагрузка как на бизнес, так и на всех остальных прочих. И она же определится в итоге на всех, все должны это понимать. Экологический стандарт затронет всех. А в том числе, вот, о чем я говорю, это грузовые каркасы, это транспортные каркасы, это контроль транспорта и так далее. Нам придется всем больше участвовать. Я даже добавлю, что, в принципе, экологический стандарт – это основа, которую мы с вами вместе разработаем, на основании которой мы потом можем наслаивать, менять законодательство наше. Областное, в том числе по транспорту, да, какие-то ставят более жесткие требования по всем направлениям. Это очень важно. То есть, но, опять же, без широкого обсуждения мы это не сделаем. То есть в этой ситуации мы не можем действительно, как правильно сказали, что нельзя насадить. Мы что-то придумали там, сели с вами все вместе. А хотим вот так, но это не будет работать. Совершенно, поэтому мы пытались вот по максимуму людей привлечь. Не все, кстати, активно участвуют, но крупные предприятия подключились. Хотя они хоть понимают, в чем проблема, что надо делать. Но надеюсь, мы после майских праздников проведем небольшую конференцию и обсудим уже техническое задание. На первый момент техническое задание, как мы видим, возможно, будут какие-то еще предложения, и после этого начнем двигаться уже в плане начать разработку. Есть, Александр, вопрос. Значит, экологические стандарты есть только в Челябинской пока области. Пока в Челябинске. В Томске еще не приняли. Не приняли, да? Пока я помню. То есть они в процессе разработки. В Челябинской области так никто не присоединился? Там у них этап тоже идет. Они стандарт сделали. Теперь они разрабатывают положение и требования для работы предприятия. Да, мы говорим уже о следующий этап. То есть сначала есть рамочный стандарт, а потом надо уже разрабатывать положение. Критерии для предприятий. Зависит от этого. То есть это еще одна дополнительная работа. Да. Мы же не можем сказать, что вот сделали стандарт, 13 предприятий отработать, в каком формате они готовы это подписывать. Мы не можем ставить требования невыполнимые, да, и потом говорят о том, что они не смогут выполнить, потому что даже понимать. Первый момент, что предприятие готово участвовать в процессе, оно готово вкладывать определенные средства, да, и этапность этих вкладываемых средств. Потому что по щелчку завтра у нас воздух не поменяется, мы должны это понимать четко, потому что это общее. Но, с другой стороны, мы кроме стандарта же и двигаемся по другим направлениям, да, вот у нас наконец появилась передвижная лаборатория. Это очень важно, да, то есть, хотя очень сложно, с трудом шло. Первый раз, когда мы по ней разговаривали, в 17-м году, да, скажу, позовем, первый раз, когда я проводил выездное заседание, это, представляете, с 17-го года, когда уже предприятие готово вложиться, только мы в 20-м смогли запустить лабораторию аккредитованную, которая начала хоть работать. Мало того, на этот год, если все запланировано, один стационарный пост дополнительный поставить, такой же, как у нас в Самаре стоит в автоматическом режиме, на Тольятти, если опять же у нас какие-то проблемы с бюджетом не будут, потому что он реально стоит больше 20 миллионов рублей. У нас есть две точки, которые, напомню, у нас 8 постов есть, но они, к сожалению, тоже надо модернизировать. Но они были установлены там больше 40 лет назад, но у нас часть предприятий уже закрылась, открылись какие-то другие места новые. Поэтому у мэрии было выбрано две точки дополнительные. Это на Льва Толстого, в районе 91-й школы на территории, и второй на Южном шоссе, где у нас 93-я школа. Проект «Чистый воздух» в основном был принят горожанами, однако были и противоположные мнения. Вот, к примеру, что думает о сети представитель ТАЗа Виктор Казачков. Я стараюсь всегда говорить, что я, так скажем, наверное, восхищаюсь теми людьми, которые проектировали Тольятти АЗУ. Ближайшее городское здание живет 9,5 километров от Тольятти АЗУ, потому что центральный 12. Санитарная защитная зона 2 километра от Тольятти АЗУ. И на границах независимые лаборатории ЦЛАТИ вообще не фиксируют нарушений выше ПТК. Фенол мы вообще не производим, аммиак, производим аммиак, но просто надо понимать. Направление ветра, это в основном, Рассвет, Поволжский, в основном, на город очень ветер. Поэтому надо просто уточнить, где были зафиксированы, в каком районе вот эти нарушения. Да, почему-то всегда считают, если нарушение планету где-то, значит это Тольятти. Видимо, это уже общая концепция жителей.
Ну это как Маяковского, говорим аммиак, называем Тарас, говорим Тарас. Ну, кстати, среди вот так скажем, химические вредных веществ аммиак является, наверное, самым безопасным. Мы все пользуемся там, ну, шартерный спирт, наверное, у каждого аптечки есть, там чуть-чуть в батарейке. Но и то там очень 5% всего лишь. Поэтому я бы вот как-то сказал, по поводу того, что молодой человек говорил, я вообще был восхищен. Я подумал, что там, наверное, какая-то следов, там, значит, какие-то органические вещества, это просто так пыльчки. Я просто вот был в Сибири, например, в Кемерово, да, там ТЭЦ городские, ТЭЦ топит угли. Одна ТЭЦ 4000 тонн угля использует в сутки, а я там две. Там, знаете, 16 тысяч в городе частных домов, они в черте города находятся, 16, которые топятся углем каменным. Газа просто нет. Ну, такая была, видимо, концепция, использовать как можно вот этот природный камень, каменный уголь. Там, на самом деле, стоит смог, ощущается запах, вот этот просто, особенно зимой. У нас-то все ТЭЦ топятся природным газом. Как бы вот такой сажи или там выбросов пыли, ни один из наших заводов не выбрасывает вот такие микрочастицы в виде пыли, или сажи, или чего-то. Поэтому я вот не знаю, нужно ли, допустим, 200 таких вот этих датчиков поставить по городу. По поводу вот этих, как бы скажем, фиксировать вот этих нарушений, я бы все-таки надо вот смотреть район, где это произошло, что конкретно. Потому что люди, иногда бывает, знаете, вот очень просто. Человек там этажом ниже жарит, или в квартире там кто-то рыба какой-то, она по воздуховодам распространяется по всему подъезду, там начинаются звонки. У нас такой запах неприятный, и по нем чем пахнет, тут точно пахнет. Путин на вот. Да, давайте. Время. Я свое мнение скажу в честь этого проекта. С развитием вычислительной техники и электроники нам станет доступно очень много технологий, которые на основе обработки большого количества данных, косвенных данных, можно сделать определенные выводы. А что же поменялось и как это повлияло? Соответственно, в своей работе мы очень много таких инструментов используем, когда мы хотим что-то отследить, что уже у нас поменялось, никаких приборов нет. При этом есть приборы, которые измеряют другие данные, и когда чем больше этих параметров ты загружаешь в эту систему, и чем больше массив данных ты набираешь за большой период времени, то данная система выдает предположение, а что могло произойти и как это влияло. Вот о чем молодой человек ей рассказал. Точно сказать, как это повлияло на аммиак и фенолы, наверное, нет. А в целом, как изменилась атмосфера воздуха за счет изменения влажности, температуры, направления ветра, можно сделать определенные выводы, куда надо ехать и на что обращать внимание. Я бы вот точно посмотрел, а какие еще есть доступные недорогие датчики измерения каких-то параметров, которые, возможно, надо их в проверке устанавливать со всеми, которые могут косвенно потом подсказывать на загрязнение атмосферного воздуха. Вообще, очень инструмент, который не требует больших вложений, и, мне кажется, сейчас все предприятия для технологий используют эти инструменты. И он точно так же может быть использован и в руках. Спасибо. Как видим, Павел Кубряков, Стольятти Каучук видит право на жизнь чистого воздуха. А вот еще мнение руководителя социально-экологического союза Андрея Крючкова, который считает, что полной картины это не даст. Датчики в любом случае нужны, но это как специалист, это я считаю, что эти датчики просто не будут давать ту картину, которую мы хотим. Объясню почему. Для того, чтобы, это, по крайней мере, осуществлять общественный контроль за состоянием атмосферного воздуха в городе, нужно не 20 датчиков, не 50, а минимум 1020-30, для того, чтобы можно было накрыть весь город. Потом эти датчики, которые пытаются сейчас собираются устанавливать, носят чисто
различный характер. То есть они определяют влажность, температуру и какую-то степень запыленности. Наличие так называемых тяжелых это мелких частиц в атмосфере. Мы и так все это знаем. По одной простой причине, что у нас зона леса степи, зона критического лесовыращивания, растительности мало, их становится все меньше, соответственно, количество пыли будет увеличиваться. А в совокупности с другими вредными частями, которые это выбрасывают в атмосферу, это просто будет один из индикаторов. По большому счету, для города необходимо установить это именно на выходах автоматизированные датчики именно по вредным предприятиям, по предприятиям промышленности, по химпрому, по автовазу, чтобы автоматически не периодически там раз в 8 часов или там раз в 12 часов снимать замеры, а чтобы данные шли в автоматическом режиме. В городе у нас очень много производится парниковых газов, которые в совокупности с другими вредными веществами создают вторичные загрязнители, которые уже более опасные, которые уже мы не можем фиксировать вообще. Потому что Росгидромет зацелен на дно, у него есть определенные параметры, по которым он берет замеры. Поэтому с точки зрения эффективности использования датчиков, да, они могут быть использованы, но в качестве как какой-то популярной меры для того, чтобы просто-напросто наладить диалог с людьми. Просто у них же все это идет в тестовом режиме, это и у этой компании, которая собирается эти датчики ставить, уже которая поставила, они же им как таковые датчики не нужны, это я понял прекрасно. Им нужно организовать систему мониторинга. И для них важно создать типа приложения или какой-то базы, чтобы можно было потом общую информацию собирать, компоновать. Но это у них как бы бизнес-проект. Это сотрудничество может быть? Может быть. Да, конечно. Для этого надо находить какие-то точки соприкосновения. Отрадно, что Надежда Карпасова, руководитель гидрометобсерватории, не стала критиковать чистый воздух. И даже порекомендовала, где надо устанавливать гаджеты. Ну, давайте с самого начала сразу определимся, что это да, действительно только датчики, это не средство измерения. Пока у меня нет информации на сегодняшний день, где они установлены, место установки, на какой высоте, что конкретно они измеряют. Поскольку вся система государственного мониторинга, она выстроена по нормативным и руководящим документам, на стационарных постах, и, соответственно, все наблюдения проводятся согласно утвержденным методикам. Ознакомиться с самими, с принципом датчиков мы заранее имели возможность, и об этом я уже неоднократно говорила, что они не являются средствами измерения, это действительно только сигнальная система. Да и сам разработчик также говорит об этом, что значение концентрации их не стоит применять и анализировать с теми результатами, которые получаются при мониторинге, при контроле, допустим, той же лаборатории. Здесь у датчиков немножко другая задача. Они нам должны показать изменение концентрации во времени и пространстве для того, чтобы проследить движение каких-либо воздушных потоков. Поскольку датчик так устроен, что он установлен в одном месте, он не пропускает через себя воздух, не аспирирует, а принцип мониторинга – мы примесь извлекаем из воздуха, мы должны ее забрать, то есть принудительно из воздуха вытянуть. А здесь вот как ветер подул, что он на себя принял, этот датчик, то он и покажет. То есть это именно сигнализатор. Но на самом деле, чем больше их, тем лучше. Но здесь нужно произвести, конечно, расчеты, желательно на конкретный, допустим, мы говорим, город сам большой, но каждый район подвергается воздействию определенных источников. Все-таки для центрального района это северный промысел. Значит, для этого нужно просто сконцентрироваться, сесть на схеме, разместить, как распространяются выбросы на центральный район и какое количество точек было бы достаточно.
То есть здесь надо провести просто анализ работы. Но на мой взгляд, не меньше 20-30 на центральный район было бы неплохо, если их распространить по окружности, включая, конечно, и наши стационарные посты, учитывая, как стоят наши стационарные посты. Все-таки работа, которая в 2010 году была проведена по стационарным постам и по развитию системы наблюдений, она показала, что стационарные посты поставлены именно как раз с тем, чтобы улавливать загрязнение от северного промузла. Значит, и ориентироваться датчиком хотелось бы, чтобы и потом провести какую-то параллель и сравнение, тоже учитывая, как стоят посты в центральном районе. А они у нас установлены три. Это ПНЗ номер 2, бульвар 50 лет октября. Он считается промышленным постом. Это самый близкий пост к северному промузлу, к выбросам северного промузла, скажем так. Он первый авангардный, который принимает на себя первую волну. Дальше у нас идет пост номер 3 на улице Мира, около дома 100. И еще один пост возле Буревестника. То есть мы видим, что как раз лучом, конусом распространяется, конусом посты стоят. Так вот, если в этом радиусе и выходя за рамки этого радиуса и дальше него будут поставлены ряд датчиков, то тогда имеет смысл уже и в их показаниях, и в их сигналах, и в каком-то анализе мы тогда увидим картинку. Поскольку посты ставились, вот еще один момент, посты ставились в то время, когда центральный район, граница города у нас проходила по улице Мира. А дальше, все помним, была картошка. Сейчас у нас уже лес, улица Баныкина, и там стационарных постов нет. Поэтому вот этот конус, на котором стоят три стационарных поста, его можно продлить дальше, увеличить размер. И вот тогда как раз эти датчики, оно отсюда логически вытекает, что их должно быть тогда не меньше 20. К середине лета стало ясно, что проект «Чистый воздух» в «Чистой Тольятти» состоялся. К этому времени датчик стали собирать в кванториуме 63 Жигулевской долины. Прошли встречи компании «Аэролаб» с представителями Куйбышев Азота, Тольятти Каучука и ТАЗа. Компания «Аэролаб» активно участвовала в продвижении своей сети, в частности, в эко-пикнике, который был организован в Жигулевской долине. Денис Волков, между тем, соглашается, что проект состоялся и с определенного времени будет развиваться самостоятельно. Если честно, мы этим проектом сейчас озаботились года два назад. К сожалению, мы не нашли, не на тот момент у нас не было партнера, который мог бы написать программное обеспечение, это все обеспечить. Вот мы наконец-то его нашли, пытались собственными силами, но, к сожалению, у нас определенных знаний там программирования не хватает. Идея у нас это была, и я рад, что все-таки мы начали реализовывать сейчас. Когда он пойдет на определенный уровень, от нас он не будет зависеть. Это одно из условий, мы просто это подтолкнули, запустили. Да, если проект, ну, во-первых, мы не знаем, все-таки он разомьется, что-то такое серьезное, это для этого надо хотя бы немного больше времени, мы поймем. То есть от него эффективность, нет от него эффективности. То есть пока я считаю, что он проект хороший, он развивается, да, на определенном этапе мы уже не сможем на него влиять, он будет сам лавинообразно идти, но это может хорошо во всем мире. Мы же идем по тому уже, наверное, по тем, ну, как сказать, по опыту того, кто уже что-то делает, да, то есть уже в других. Всему миру эти датчики появляются, люди хотят видеть, в какой среде они живут, и это автоматически подталкивает власть для решения проблемных вопросов. В общем-то, так и получилось. Чистый воздух, чистый Тольятти уверенно стоит на ногах, и по словам исполнительного директора Аэролаб РУС Ивана Петрова, 30 уже установленных датчиков к концу года добавятся новые с возможностью использования искусственного интеллекта. Это новый, следующий этап проекта. Иван, а как обстоят дела с проектом «Чистый воздух»? За прошедшие месяц-полтора мы работали не только над увеличением числа датчиков, которые в нашей сети работают, но и над расширением номенклатуры наблюдаемых параметров. И в данный момент у нас, кроме тех простых датчиков, которые кроме сигнальной функции выполнять никакую не могут, у нас появилась полупрофессиональная станция испанского производителя, которую мы с разрешения ЭКОМВОЗа поставили на ЭКОМобиль. Тут очень здорово, что он ездит по всему городу, и мы одним датчиком закрываем, по сути, всю территорию. Хотя он наблюдает и не круглосуточно каждую точку в отдельности, но зато у нас есть средств по городу.
Да, недавно на блоге «Сделано у нас» прошла новость о том, что в Питерском университете ЛТИ разработали мультисенсорный чип для мониторинга воздуха. Он частично решает проблему с большой номенклатурой датчиков, которые вынуждены для анализа с собой постоянно носить и использовать. Это один единый чип, который сможет некоторые параметры, но достаточно большой спектр, наблюдать, по сути, одновременно. Там замешана и нейросеть, которая сможет анализировать динамику показателей по нему. То есть с помощью этого устройства, разработка достаточно передовая, можно будет проще мониторить атмосферный воздух. Поэтому мы сейчас договорились с ними о предоставлении уже к концу года тестового образца, который мы сможем использовать, тестировать, возможно, даже на территории Тольятти. Сегодня гражданская сеть «Чистый воздух», который дал толчок Денис Волков, твердо стоит на ногах. Компания «Аэролаб» занимается дальнейшим развитием проекта, и это внушает доверие. Доверие в светлое будущее, в том числе и Тольятти. Будущее доброе, светлое, с чистым воздухом. Это были записки горожанина. Подписывайтесь на наш канал, комментарии открыты. До новых встреч. Пока.